Да. Мы сейчас находимся на улице Обруцкой. Мы пройдем по маршруту трамвая, который когда-то ходил от улицы Боголотовской до Кирилловской церкви. Вот сохранилась старая застройка. А вот начало татарки. А давай сейчас завернем в этот переулочек.
Мы сейчас находимся на улице Пугачева и направляемся к улице Макарьевской. Лучшая из архитектуры, что есть в Киеве. Сейчас меня буф. Без ружья. Надо посмотреть. Так что вы мне смотреть, я снять. А там черт и что. Потом мы сможем уточнить по Викимапе еще там. Это самый секретный объект. Там какой-нибудь этот самый радиоактивный отход замыканный? Ну там, судя по урожайности морелек, которые там буйно усеяли дерево, то радиация может быть тому виной. Не правда ли, коллега? Да все возможно. Снизу находится Подольский спуск, но мы не пойдем в ту сторону, а пойдем на Макарьевскую улицу в сторону Репьяхового Яра. Макарьевская, дом номер один. Колоссальное строение. А сейчас посмотрим. Thank you.
Лепехов Яр. Сказано же было, Лепехов. Сидит на лепехе жук. И зовут его Денис. На ромашке сидит другой жук. А его зовут Борис. Мы пойдем другой дорогой. Приведет нас эта дорога из желтого кирпича. Я думаю, мы на правильном пути. Вот теперь смотри, видишь, тут довольно старая дорога. Старая. Что-то не то. Вот. Смотри, сейчас мы свернем и мы попадем куда надо. Сейчас я. Итак, мы подошли к самому Лепеховому Яру и предпримем спуск к него. Спуск крутой. Опасно будет. Но мы не ищем легких путей. Не ищем. К тому же у меня что-то позеленело все в камере. Позеленело? Ну, теперь смотри, видишь? Я вот зеленый. Это первый такой ярус. Вот. Кто первый будет спускаться? Давай. Поехали. Ты как... Первый проходец. Да, блин, придется штаны снять. О, вот. А может и нет. Баланс цветов зато восстановился. Так. Так. Как ты там с камерой? Так. Вот все так же. Вот видишь. А внизу-то он, Яр Лепеховый. И посмотри, какие огромные ивы. Ага. Вот им, жесть, наверное, какая. Лет по 100. Тут муравьи держатся. И вот, значит, на... А вон в коллекторе и течет ручей. А справа от него шел трамвай. Интересно, когда-то ходил трамвай, там все заросло, ничто на это не видно. Ну вот сейчас ты увидишь, там идет такая ровная довольно дорога, но трамвай же не по этому склону. Ну да. Где мы спускаемся? Эба-да-ба-да. Вот оно. Как бы я сюда панорамный снимочек сделал. Такой уж никак. Вот. Мы спустились в Лепехов Яр. Видим спуск в коллектор.
Вот спуск-коллектор. Вот он. А вот чувствуешь этот запах? Угу. Вот он, ручей, который протекал, продолжает протекать по дну Летохового Яра. А трамвай шел, собственно, вот как-то шел. Сбоку. Вот ручей, да? Ну, видишь его. Я думал, это просто дорога. Это. Они ее, видишь, вот они его направили в такую хрень. А, вот тут сбоку, да? Хотя видишь, тут тоже... Ручей, который течет по дну Летохового Яра, видно, наносы глины красноватые, рыжеватые. В него сбрасывают черти что. Судя по запаху, в него сливаются автомоек и прочее. Да. Вот загляни, тут достаточно такой мощный коллектор. Вонючий этот. Ага. Ужас. Да, мощный, однако. То есть сюда можно спуститься, но я не рискну. Не надо. Вонище. Это в резиновых сапогах, если лезть. Я даже в резиновых не полез. Там такой грязный. Тут водное все. Тут все в этих. В родниках. Вот, отовсюду капает, всюду вода плещется. Угу. Непонятно, какая тут глубина, но что интересно, вот там просматривается водоросль. Интересно. Как бы вот такая вот типа елочки. Прикол. Странно. Сейчас, а, вижу, да, да там. Давай еще чуть-чуть вверх поднимемся, потом будем спускаться. Видишь, какие тут склоны сейчас. Огромный склон идет наверх вот туда. Такие вот заросли я видел только в низовье ботанического сада. Вот это присуще нетронутой природе вот такие растения. Угу. Сейчас посмотрим, что за этим поворотом, и пойдем назад. Стоит запах водорослей. И вот эти водоросли, кстати, вот они тут микроскопические, они смешались с глиной. Стоит такой вот запах. И знаешь, если водоросли вытащить на берег, они начинают характерно пахнуть. Или это запах такой же у морской капусты, вот бывает. И вот тут стоит такой запах. Это чтобы наши... зрители знали, как тут пахнет, а еще если вот сюда ступить, тут скользко. Вот. Тут скользко, потому что это, собственно, микроскопические водоросли. Вот мы сейчас в макрорежиме попробуем их снять. И фокусируется макрорежим, но вот это такие водоросли. Вот они тут между глиной. Если не ошибаюсь, такое дерево называется лох серебристый или это другое что-то? Это ива, вот ива такая, огромная видите? Ива. Ну, видишь, тут была речка, ручей. Смотри, вот это ива, а следующее это тополя. Угу. Действительно, серебристый тополя. И все в меле. А вот ручеек туда идет. Я рискну сходить посмотреть. А, я тут не пройду, тут заболоченное место. В общем, родник течет со склона. Вон там склон. Вот опять все тот же суглинок. Подобраться туда как-то
И вот высочайший склон. Вот стоит Коля, а за ним противоположный склон, тоже очень высокий, почти отвесный склон. Ручьи, сворачиваю слева, вот один поворотик, а дальше второй. Вот, то есть сейчас посмотрим, вот два этих ручейка, то есть и где-то там исток. Как-то туда я пролезу сейчас. Стану. Включаем. Так. Древнее место. Ой, древнее. Тут интересно, по высоте деревья как на смородинском спуске. Старые. Сейчас я предприму попытку туда добраться. Лепяхов яр. Ручьи сочатся со всех его склонов. А лепяхи растут на всех его склонах. Да какие красивые. Вот лепях в виде колючек. А вот как он цветет. Когда-то здесь проходил трамвай и ручей протекал. К сожалению, все сильно заросло и деревьями, и кустами, чтобы обозреть эти склоны так, как они выглядели на старинных фотографиях. Вечен в этом яру только репейник. Огромный его заросли. Удивительно. Сейчас я сниму его. Мы прощаемся с репеховым яром и растущими здесь репехами.